Добрый день, сэр. Вы писали мистеру Богвину Бакстеру? Он натравил демона на этот мир. Дьявола с манящим телом, которое невозможно насытить, и разумом, разрывающим людей на куски, как окровавленных тряпичных кукол, высранных слоном. Беллама, где она? Кто ты? Я ее жених, сэр. Очевидно, между вами все закончилось неважно. Неважно? Она меня уничтожила. Что ж, мы все хозяева своего корабля, сэр. Такова жизнь. Мне не нравятся твои слова, и ты тоже. Этот Богвин Бакстер, он знал, он отравил ее на меня, устроил западню. Где она? Я ее и худшему врагу не пожелаю. Я должен спасти вас от нее, сэр. Простите, я сорвался. Скажите мне. Мне не больно. У меня нет внутренностей. Она меня выпотрошила. Мою душу, мой банковский счет. Я никто, оболочка. Споем? О, мы моряки. А мне не больно. Я не хочу так поступать. Вы меня вынуждаете. Мы все хозяева своего корабля. Ты долбанутый, охреневший, придурочный кретин.